хищникам сюрприз. Мать говорила, что по мне тюрьма. Один выстрел, но дело сделано. Кстати, я тебе хотела показать... Надо собрать все, что Салют. Можем. Как-то раз я услышала крики у старой шахты. Только подошла, как выскочил ублюдок с камерой и сказал, что я ему кадры испортила. Салют. Кто сейчас будет снимать? Еще раз спасибо за помощь. Как-то раз я услышала крики у старой шахты. Только подошла, как выскочил ублюдок с камерой и сказал, что я ему кадры испортила. Кто сейчас будет снимать кино? Надеюсь, их сожрал медведь. Сектанты не вернутся, пока ты здесь. Знаешь, что меня сразу насторожило? Когда нас всех что-то бесило, злиться могли только Сиды, а все остальные должны были держать себя в руках. Но сейчас это поощряется, потому что злоба — оружие, и Сиды им пользуются. Защитите проект. Ублюдки вообще не палятся.
моя идея. Я его убью. Нет, это мой молоток. Молотки для лузеров. Видел, что все, бывает, кто попадает, если воткнуть отвертку в глаз? В итоге сходит с ума. Уверен, что твоего маршала ждет та же участь. По сценарию мы просыпаемся в полнейшей тишине! Кто-нибудь удосужился прочитать сценарий? Погоди-ка, хочешь сняться в кино? Конечно, хочешь. Ты решение всех моих проблем. Мальчик из провинции, то есть ты, появляется как раз вовремя, чтобы выручить всемирно известного режиссера Гая Марвела. Это я. Я тружусь над этим шедевром уже 4 долбанных года. И я не позволю его угробить идиотам без кинематографического видения. Знаешь, сколько наград получит Кровавый Дракон 3, когда мы его доделаем? Все! Только вот в этой дыре децибелы зашкаливают. А мне для этой сцены нужна абсолютная тишина! Давай, стань героем дня. Мой помощник расскажет, что делать, а я пока немного подумаю о своей гениальности. Надо снимать в зоне конфликта. Реализм. Идиот. Эй, это ты тут за охрану отвечаешь? Слушай, я не помрешь, а звуковик. Дин меня зовут. Этот придурок уволил помрежа, когда тот отказался взрывать коров. Теперь его гениальная идея — снимать типа немое кино, только со звуком. Так что можешь себе представить, что здесь творится? В дебрях Монтаны очень шумно. Ну надо же, тут гремит как на заводе. Устрани источник шума. В прямом смысле устрани. Слышишь клаксон? Издеваешься? Ты вовремя. Боже, ты хуже него. В общем, слышишь клаксон? Вот о таком шуме я говорю. Стукнуть бы его по башке. Ну так вот. Что ж за дело? Подойди. Ладно, приступим. Тут гремит, как на заводе. Устрани источник шума. В прямом смысле, устрани. Слышишь клаксон? Вот о таком шуме я говорю. Иди разберись. Любыми средствами. Кажется, стрельба. Давай туда!
ты, поля! Твоя жизнь! Точно! Thank you.
Мой гений рвется наружу! За дело! У тебя талант, парень. Эти слюнтяи из Голливуда могли бы у тебя поучиться. Ты показал решимость, накал! Даже страшно! Я ж в штаны наложил, но мне понравилось. А теперь я начну творить свое волшебство! Кровавый дракон 3 станет шедевром! Ну, должен стать шедевром. Сколько можно работать над дерьмом вроде Far Cry? Я лучше сварю в кипятке свои яйца, чем буду слушать мнение насчет создания мира, мотивации игроков и правдоподобности. Я просто себя прикончу, клянусь. И нет, я не пошутил. Пошел вон. Это закрытые съемки.